В каждой семье первый ребенок самый долгожданный. Его рождение планируют, к этому торжественному событию готовятся. Так бывает не только у людей, но и у автомобилей. Копейка в семействе ВАЗов известнейшего российского автозавода была первым ребенком. Она росла, вышла в люди и в 2017 году отметила свое 50-летие. Папой Копейки можно назвать машину итальянской марки Fiat, которую взяли за базовую модель. От отца у нее красивая внешность и темпераментный характер. ВАЗ-2101 прекрасно справился со своей первой ролью в семье. Своими качествами и универсальностью эта модель завоевала всеобщую любовь и уважение ко всему семейству. Все последующие сестры Копейки, имея с ней некоторые сходства, шли уже по проторенному пути, проложенному старшей сестрой. ВАЗ-2101 возил не одно поколение советских людей на работу и на отдых, на первое свидание и на дачу. Она была универсальна. Несмотря на то, что Копейка постарела, вышла на пенсию и практически не появляется на дорогах России и других стран, эта модель все еще любима коллекционерами и водителями, которые сами уже давно вышли на пенсию.